И прямо сейчас на этой сцене появится обворожительная певица, телеведущая, писатель Евгения Рассказова. Под ваши бурные аплодисменты, Евгения. Здравствуйте, дорогие друзья. Не хочется говорить банальных слов, да, красота спасет мир, но тем не менее это так. Все-таки женщина должна быть красивой, и красота должна быть и внутренняя, и внешняя. Говорят, что все песни о любви, это действительно так. И сегодня мне вдвойне приятно, вдруг такой сюрприз, я выхожу на эту сцену и вижу человека, который снимался в моем клипе, в песне, которую я сейчас хочу спеть, «Любовь как снайпер». Денис Медведев, солист Большого театра. Мы снова встретились. Спасибо, что создал мне такую уникальную пару. Итак, сейчас для вас песня «Любовь как снайпер». Любви вам всем. Полиночка и... Полина! И
Две Полины? Так я сейчас от желания загадаю. Все ли все сбудется? Сбудется же? Спасибо вам, мои хорошие. Спасибо, что помогли мне.